Всем привет! Сегодня хочу показать красоту своих роз. Они прекрасные. И пройдусь по своему огороду. Покажу свои смешанные посадки, так как места у меня очень мало. А посажено все очень плотно. В общем, покажу свой огородик и свои цветы. Цветают пионы, но на смену им приходят розы. Пионы у меня розовые, белые были. Вот еще один цветочек остался. Очень красиво. Но уже они, к сожалению, сыпятся. Скоро уже буду обрезать. И сейчас во всей красе плетистые розы. Их так много. И такие они все красивые. Во дворе от этих роз потрясающий аромат. И дети просят еще, чтобы я посадила вьющуюся розу, плетистую или вьющуюся, желтого цвета. Им очень нравится такая роза. Но это, скорее всего, будет, если все у нас будет нормально, на следующий год уже посажу ее на даче. Здесь дома у меня плетистые розы только вот такого красного цвета. Очень красиво. Когда они зацветают, это потрясающее зрелище. Расцветает клематис. Не знаю его название. Вот такие цветочки. Ну, это клематис такой, что я его не обрезаю, не укладываю, не на зиму не закрываю ничем. Он из года в год сам по себе растет. Гипсофила. Ей уже более 2 лет. Она из года в год растет сама. Ну, и, конечно же, мой небольшой розарий из нескольких роз. Я все эти розы собиралась в этом году пересадить на дачу. К сожалению, это не получилось. Поэтому любуемся у себя дома. Это роза Black Baccara. Огромная. На всю ладонь бутоны. Вот. И бутонов очень много. Вот один раз пускается. Второй. Третий. И они еще будут, когда отцветут, я их обрежу. И будут новые бутоны. Это роза Peach Avalanche. Вот такие бутончики уже тоже скоро распустятся. Ну, что-то она мне не очень нравится. Ну, какие-то не очень хорошие бутоны. Очень красивая, ярко-красная роза. Смотрите. Какая красота. Ярко-ярко-красная роза. Это одна из красивейших роз, наверное, у меня в саду. Мне очень нравится этот цвет. Название, к сожалению, я ее не знаю. Покупала на рынке. Тоже ароматная-ароматная. Ой, запах. Запах просто потрясающий. Расцветает розовая, малиновая роза. Ага, вот уже бутончик. Сильно густо они у меня здесь посажены. Ну, на следующий год все будет нормально. Рассажу их на даче в селе. Это Black Magic роза. Она примерно такая же, как и Black Baccara, но немножечко темнее. Роза Сахара, ну, уже тоже отцветает. Когда бутон распускается, он
ярко-ярко-желтого цвета. Очень красивый. Тоже уже некоторые бутоны опали. И вы знаете, в этом году у меня с розами что-то не так. Распускается бутон, и два дня, и он начинает сыпаться. По-видимому, что-то не хватает. Или, может быть, в атмосфере что-то не то делается. Я их подкармливала ранее, весной подкормила мочевиной, азотным удобрением, чтобы хорошо нарастала зеленая масса. Когда появились бутоны, я их подкормила суперфосфатом, но что-то не так. Два дня, и бутоны осыпаются. Но такого раньше не было. Бутоны держались почти по две недели и шикарно цвели. Вот такая красота. Только, к сожалению, тоже не знаю ее название. Бутоны. Очень красивая роза. Это Blue Parfum. Уже распускается. Тоже что-то непонятное делается с розами. И следующая роза Double Delight. Тоже очень красивая, смотрите. Молоденькие бутоны, ярко-розовые. Постарше немножко краснеют. Вообще розы — это одни из самых красивых цветов, наверное, во всем мире. Не знаю, для меня это так, наверное. Бутоны Сахары распускаются. Очень красивые такие. Ярко-желтый с оранжевым отливом. Это у меня вот такой небольшой розарий. Здесь и вьющиеся, и розочки чайно-гибридные. И рядышком посадила капусту, потому что у меня было очень много рассады. А места очень мало для посадки. Земли у меня очень мало. Вот это весь мой огород. Ну, как бы рассаду садила для дачи, но так как у меня там живут переселенцы, пришлось растыкивать рассаду по своему огороду. Конечно же, я немножко и им повезла, чтобы они для себя посадили, и подружке дала. Ну, у себя насадила очень плотно. Не знаю, что с этого будет или нет. Здесь у меня посажены баклажаны и перец. Хризантемы уже цветают. Когда такое было, чтобы хризантемы цвели в мае месяце? Эта роза была почва покровная. Я ее пересадила сюда. Но она мне не очень нравится, эта роза, потому что она перерастает в шиповник. Я уже сколько не обрывала ветки с нее, но она, в общем, шиповник побеждает. Вот эти ветки надо тоже обрезать. Они идут ниже прививки, и это уже видно, что это поросли шиповника. Сегодня этим займусь. Посадила один можжевельник, недавно его получила из интернет-магазина. Тоже это должен был можжевельник жить на даче, но пока посадила у себя. И вот здесь у меня почвопокровная роза, но я с нее сделала штамп. Вот она уже расцветает. Это The Fairy желтая. Вот такой штамп сделала. И вот так она у меня смотрится.
рядышком возле баклажан. Красная капуста, которая на салат между капустой. Редиска, но мы ее выбираем. Потихоньку кушаем. Редиска уже хорошая. И вот такая роза. Это тоже плетистая. Покупала ее в магазине. В общем, какая-то леди. Леди еще одно какое-то слово. Не вспомню точно. Тоже очень красивая. Тоже ароматная. Так. По несколько бутонов на кисти. Но она у меня еще молоденькая. В этом году она зацвела первый раз. В прошлом году был всего один бутон. А в этом году вот такое количество бутонов. Вот. Уже на подходе лилии кандида. Уже скоро-скоро будут расцветать. Такие бутончики стоят. И на подходе ромашка, невяник. Из новых растений. Это у меня барбарисы. Это барбарис. Вот когда он пришел ко мне, он был такой красно-коричневый. Потом он меняет цвет на зеленый. Red Chief, по-моему, Red Chief. Он не любит яркого солнца. Это я уже поняла, потому что я его посадила. И когда солнечные лучи на него попадали, и он начал, кончики начали засыхать. Поэтому я его прикрыла, пока он маленький, прикрыла таким ящиком. Дальше барбарис аурея. Барбарис аурея. Такой тоже прикрываю от ярких солнечных лучей. Golden Ring. Red Pillar. Вот темные цвета я все прикрываю от яркого солнца. Уже спеет черешня. Сегодня, наверное, буду нарву и закрою компотом несколько баночек. В этом году черешня хорошая, не червивая вообще. Такая замечательная черешенька. И здесь еще одна у меня роза-штамп, которую я сделала из почвопокровной розы. Это роза The Fairy красная. Но еще не все бутоны распустились, поэтому одиночные. Бутонов очень много. Вот смотрите, на каждой веточке по несколько бутонов. И когда они распустятся, здесь будет сплошной шар красного цвета. Отцветает пион бордовый. Очень красиво было. Когда он распустился, была шапка цветов. Половина уже осыпались. Здесь посажены томатики. Томаты уже начинают цвести. Сейчас покажу. А вот уже. Вот уже начинает маленький цветочек. Здесь у меня несколько штучек ранних томатов. Есть средние. Есть поздние. Здесь под виноградом посадила морковку. Потому что у меня на даче я ее садила, но почему-то не взошла. Но там уже весь огород занят. И поэтому натыкала морковки где только можно. Хотя бы хоть немножко было для того, чтобы там на суп, на борщ. Здесь у меня посажена капуста. Есть и ранняя, есть и средняя. Но надо будет тоже пройтись. И для профилактики сбрызнуть капусту от ли. И ряд еще красной капусты для салат. Мы любим салаты делать, и поэтому я сажаю капусты много. Очень много в этом году завязалось винограда. Это винный виноград. Вот такие. А во дворе там у меня сладкие сорта десертные. Тоже хорошо завязался виноград. Я его обрабатывала. И обрабатывала осенью. И ранней весной. И позже обрабатывала другими препаратами, чтобы, ну, виноград был здоровый. Вот здесь посеяны огурчики. Скоро уже будут ложиться на грунт. Вот уже усы пускают, уже нужно обрывать.
будут ложиться на грунт и будут завязываться огурчики. Смородина в этом году у меня слабенькая, совсем почти нет смородины. И здесь еще у меня цветы, здесь были петушки, ирисы и люпин. Вот, ну я не знаю, сеяла люпин, выращивала люпин всю зиму, высадила люпин, но люпин это или нет, покажет время, когда раскроются бутоны. Гортензии, ну это гортензии прошлого года, которые мне высылали осенью, и я их, они были, должны были быть на даче, но посадила их у себя дома, потому что их нужно выхаживать, чтобы они поднялись хоть немножко на людей, которые живут у меня сейчас на даче. Я не могла оставить свои гортензии. Название пока говорить не буду, потому что они у меня записаны, сейчас я не вспомню название. Когда расцветут, бутончики маленькие, но все равно она расцветет и свой цвет покажет. Прикрывают яркого солнца. Вот когда появится цвет, тогда пройдусь и покажу вам, как они цветут, и расскажу название. Вот такая гортензия. Немножко растут. Растут, я за ними ухаживаю. Листья перед недавно я показывала, листья были сизым, покрыты сизым налетом, но сейчас уже отошли. Может быть, солнце пожгло, может быть, ну, в общем, не знаю, но сейчас уже отошли. Вот такая растет. Но в этом году, наверное, вот какой-то маленький бутончик есть. Один. Ну, это совсем маленькие еще гортензии. И вот здесь еще гортензия у меня. Тоже такой бутончик. Совсем малюсенький. Здесь сделала клумбочку из тайдалов. И разрастаются, очень хорошо разрастаются. Замечательно. И здесь у меня, по-моему, опера. В общем, тоже в грунт посадила. Уже сделала зеленое удобрение, чтобы подкормить цветы. Сейчас покажу вам гортензия. Это ванила фраз. Это я точно знаю, что я садила. Но, ребята, написано было ванила фраз. Я специально для нее выбрала вот такое место. Но мне кажется, это не она. Вот такой бутон. В общем, когда расцветет, время покажет. Мне кажется, это не совсем не она. Такие крупные цветоносы. Ну вот, лепестки цветов. В общем, будем смотреть. Вот такая гортензийка. Тоже прикрываю. Ну, прикрываю не от солнца, а прикрываю от своих собак, чтобы не поломали. Сейчас перейдем. Сделала себе цветочный уголок, чтобы так посидеть. Фонтан еще не подключали. Надо подключить фонтанчик. Цветы еще не цветут, но когда они все зацветут, это будет очень и очень красиво. Гортензия конфетти. Вот смотрите, какая красивая, маленькая, но хорошие такие бутончики уже. Вот когда она зацветет, обязательно вам сниму. Здесь же у меня посажена ценерария в тенечке, бадан и вот такие подвесные кашпо. Тоже, когда начнут цвести, я вам буду рассказывать, какие сорта, показывать, какой у них цвет. Вот так. И вот здесь сделала столик. На столе тоже это тяжелые горшки, поэтому я их не стала подвешивать, поэтому поставила на стол.
Тоже подписаны все сорта у меня. Здесь у меня два растения скомбинированы. Вот когда они разоцветут, буду все вам показывать. Шикарные хосты. Огромные, огромные хосты. Вообще, я очень люблю эти хосты. Я ими постоянно любуюсь. Между хостами цинерария. Вот, так, вот такие миниатюрные хосточки у меня есть. Вариегатные. И здесь же тоже у меня гортензия. Ой, даже не скажу сейчас, какая. Ну, тоже когда расцветет, буду показывать отдельно и называть сорт. Это крупнолистная гортензия. А, Мариеси перфекта, по-моему. Вот, если я не ошибаюсь. Тоже накрываю ящиком, потому что собаки играются, валяются. И вот это вот уже поваляли мне цветок. Я боюсь просто, чтобы они его не сваляли. Вот такой небольшой обзорчик огорода моего, моих цветов. На этом буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.